пятый раз в нынешнем году, с 7 по 9 ноября, Ангарск принимал гостей межрегионального джазового фестиваля «Джаз Олимп», в котором традиционно приняли участие исаянцы, вокалисты ансамбля «Экспром». Первый раз мы поехали на фестиваль, когда он проводился еще в стенах школы музыкальной. И там были вот девочки мои: Сарапулова, Рада Синепольская Кристина, Фроленко Настя и Никитушкина Аня. Вот они первые как бы попали туда, и потом уже каждый год мы продолжали. Менялись составы, одни уезжали, другие приезжали, но традиционно мы туда ездим. И традиционно завоевывают многочисленные призы и награды. Саянская джазовая группа, благодаря педагогу первой музыкальной школы Наталье Воробьевой, на протяжении многих лет одна из лучших не только в Иркутской области, но и на общероссийских международных конкурсах и фестивалях. Не стал исключением и фестиваль «Джаз Олимп» Ангарск. Сам фестиваль проходил на турбазе, и там уже комиссия отбирала на гала-концерт. И все, кто был отобран на гала-концерт, они все стали лауреатами. И вот как бы ансамбль, три моих солистки, наших, вернее, солистки, стали лауреатами. Дипломы и кубки лауреатов привезли саянцы домой. Достались они в нелегкой борьбе с вокалистами высокого уровня. Кроме музыкальных школ и школы искусств, участие принимали студенты колледжа музыкального имени Шопена Иркутского. И даже с политехнического института были студенты, которые там в студиях занимаются. Из института культуры нашего были студенты. Ну, очень много было коллективов инструментальных. Ну, наш знаменитый областной джазовый джаз-бенд под управлением Романенко, иркутский, из центральной школы. Ангарский коллектив «Ассорти». Тоже руководитель их, это вот арт-директор фестиваля Темит Сергей, который придумал этот фестиваль. И вот школа вторая, ангарская, проводит его постоянно. То есть они гранты постоянно выигрывают и проводят этот фестиваль. Простой в исполнении композиции ансамбль «Экспромт» выступил на фестивале. Ансамбль, когда спел, зрители устроили овацию и долго не отпускали. То есть дети ушли за кулисы, а они хлопали, вызывали на бис. Ведущий вышел, сказал, что дети не привыкли выходить на бис, поэтому уже успокойтесь. Вот. Ну и хотелось бы отметить Дашу Кривоносову, когда спела, у нее там была импровизация в серединке. Тоже зал захлопал, когда она импровизацию спела, то есть ее хорошо тепло принимали, хотя она вот всего второй раз участвует, сольно поет в фестивалях. Вот у Бутмана она была и сейчас. И для нее это, конечно, очень волнительно было. Ну, а Олеся с Полиной уже как бы много раз выступали сольно, поэтому они так более уверенно выступают. Обстановка была просто великолепная, потому что все были в джазе, настолько была семейная обстановка, никакой конкуренции мы не чувствовали, то есть вышли свобода, потому что каждый, кто сидит в зале, это человек джаза, то есть живет в этом, он либо играет, либо поет его, поэтому никакого волнения, ну, может быть, проскальзывало такое, но это было легкое и... Выходили на сцену увереннее, чем
на каких-то там джаз на Байкале или еще на каких-то конкурсах. Как долго готовились к конкурсу? Что ты исполняла? Ну, на протяжении сентября до вот самого фестиваля мы готовились, мы учили новую программу, то есть, может быть, какая-то песня у меня была старая с прошлого года, но одну мы выучили новую, то есть программу стараемся менять, чтобы не повторяться. Не первый раз, но каждый раз, когда я туда приезжаю, это просто новый восторг, новые эмоции, там, новый опыт. То есть, ну, ты получаешь удовольствие от того, что каждый раз ты, ну, встречаешь тех инструменталистов и вокалистов, которых уже видел, но они тоже учат новую программу, и очень интересно посмотреть, то есть, какие у них успехи. Полина на фестивале «Джаз Олимпа Ангарск» выступает уже четвертый раз. Впервые вокалистка приехала на подобное мероприятие в 8-летнем возрасте. Так что для нее мероприятие не только конкурс, но и встреча с друзьями. Впрочем, для всех участников фестиваля это не просто демонстрация своих возможностей, а нечто большее. Буря просто эмоций. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, это прям праздник для меня какой-то, потому что мне нравится очень заниматься этим делом, и поэтому мне, ну, как бы не волнительно выходить на сцену, в принципе, потому что я знаю, что я, как бы, я уверена в себе, знаю, что я смогу, все, у меня все получится. А свою профессиональную будущую жизнь связываешь с музыкой? Конечно, да, только с музыкой, потому что у меня, ну, больше ничто не привлекает меня, как музыка, мне хочется заниматься только ей. Любой фестиваль, он дает очень много. Во-первых, мастер-классы проходят. И в этот раз Александра Смирнова, тоже девочка, у которой музыканты джазовые, родители, мама вокалистка, папа пианист. И вот она год была в Европе, в Германии, в Амстердаме она была. И она училась там вокалу, то есть находила педагогов, училась, работала там. И вот она приехала и очень интересно провела мастер-класс, с детьми позанималась там, концерт сделала. То есть как бы подпитка такая у нас была еще и, ну, в плане поучиться, что-то новое узнать. Вот. Ну и, конечно, сама атмосфера фестиваля – это всегда праздник, потому что они все в одном месте живут, вместе общаются, друг друга слушают и меняются каким-то опытом, обмениваются и меняются адресами, потом начинают общаться, переписываться. Этот фестиваль стал для саянцев также своеобразной тренировкой перед очередным, более ответственным мероприятием. 26 ноября в Иркутской области состоится конкурс «Арт-прорыв», где московское жюри отберет лучших вокалистов для участия в международных конкурсах «Дельфийские игры» и «Славянский базар».